А какая была моя роль? Просто попросил его припугнуть этого. Что там происходило, что он там, то его не было, то это самое, не было возможности подойти. Ну и в один прекрасный момент он подошел. Вот я говорю, что говорит самое? Он говорит, я ему, по-моему, попал в голову. Ну и все. Пошел. Поздоровался с ним, он повернулся ко мне. Я поднял пистолет и произвел выстрел в область головы. В каком примерно состоянии? Он упал в сторону вот этой стены. Как его? Ну, пока просто назад упал. Предварительно скажите, сколько раз приезжали и описывайте день непосредственно. Приезжали с Клусом Алексеем сюда два раза. На второй раз, получилось, мы их застали здесь один. Я встал где-то здесь, Алексей встал здесь. Потерпевшие где находились, поподробнее рассказывайте. Этот мужчина находился здесь, женщина сидела здесь. Один раз, когда была возможность, чтобы взрывное устройство активировать, после команды Селенко Романа Юрьевича, я включил тумблер, но устройство не сработало. В дальнейшем возможности не предоставляли. Старший хозяин дома куда-то уехал. И очень долго не появлялся, а сын с собакой так далеко не уходил гулять. Было решено пока временно оставить взрывное устройство на месте. И оно там находилось фактически до февраля 2017 года. Вот на данном месте был установлен ящик, на котором был прикручен монитор и датчик движения. В нем находился аккумулятор, взрывное устройство. Как соединялось это все, я не знаю. Это все производил Селенко. Я подошел, окликнул его, я не помню, как его окликнул. Он повернулся ко мне. Я поднял пистолет, произвел выстрел ему где-то в сторону, в район груди. Кажется, ну, просто он повернулся, я поднял пистолет, выстрелил в него. Сколько? Сначала один раз. Он развернулся, побежал в сторону вниз по улице. Я произвел вдогонку ему еще несколько. Вот, меня сюда попросили приехать для того, чтобы просто посидеть в машине. Вот, попросила его, ты посидишь в машине, мы поедем с Клусом, сначала просто покатаемся, посмотрим там поляны и попробуем, как квадроцикл ездит. Какой цели вам здесь уже находиться? Нет, нам поясняли, с какой цели, потому что, говорит, вот полно здесь этих мужиков, мало ли что мне машину вскроют, у меня в машине всегда там крупная сумма денег лежит.